Артур Кулиш хорошо помнит свои первые рабочие дни в Дорсервисе в январе 2019-го. Тогда на несколько суток Видное накрыл сильнейший снегопад. Приходилось брать в руки лопаты всем без исключения и трудиться по 15 часов подряд, в том числе ночью. Но такая экстремальная работа Артура не испугала. Работа на земле навсегда была сложной. То есть это и снег, и дождь, и слякоть, и мороз, и холод. То есть, ну это на земле работать трудно. Но работа интересная. Прежде чем прийти в Дорсервис, Артур работал в Москве и тоже в структуре коммунального хозяйства. Но однажды решил, пора привести и свой родной город в порядок. Мой город хочу, чтобы стал чище, лучше, красивее. Чтобы люди как бы начали замечать дворников, рабочих по благоустройству наших, с которыми мы работаем. Ну, уважение, чтобы хотя бы появилось у людей. Ну, вот по сравнению с 2019 годом порядок стал уже появляться очень красиво. Ну, все чисто, красиво. Артур Кулиш отвечает за чистоту на участке от Советской улицы и проезда до администрации муниципалитета, а также части школьной улицы. Он руководит бригадой из 23 человек, куда входят рабочие по благоустройству, подсобные рабочие, уборщицы и дворники. Они не только следят за чистотой на улицах, но и устраняют поломки на детских площадках и общественных местах. Работа начинается с 6 утра зимой и с 7 в летний период. Когда жители подходят, допустим, ну, просят там вот это сделать, ну, отказать нельзя, надо сразу помочь. И идете и делаете? И так мы это и делаем, да. В бригаде Артура трудится и Игорь Фисенко, который, так же, как и начальник, хочет видеть свой город чистым и ухоженным. И бригадир у нас хороший, замечательный, как человек. И придет, и обсудим все, и поговорит, не то, что там иди туда, туда, вот все по-хорошему у нас. С одного слова все понимаем и все делаем. Другие, мы пенсионеры, мне нормальный мужик, где надо... Ну, естественно, все спросит, где надо, посмеемся. Вот так что у нас все отлично. К примеру мастера участка Артура последовали и его родственники. Младшая сестра и отец работают в Дорсервисе уже больше года. Всей семьей они делают наш родной город чище и уютней. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.